Всем добрый день, меня зовут Ольга, вы на моем канале о рукоделии. Сегодня будет влог нескольких дней, скорее всего, и это будет влог о моих стартах. На этой неделе я планирую начать вязать несколько изделий, но, как всегда, мы с вами посмотрим, что же у меня из всего этого получится. Не факт, что все сразу сложится. Но прежде чем говорить о стартах, вернее, о моих планах на эту неделю, мне бы хотелось вам показать два небольших финиша. Это носки. Я их показывала на прошлой неделе. В эпизоде я их довязала. Они сейчас у меня отправятся на стирку. Меня просили коротко рассказать, как я их вязала. Набирала, значит, по 24 петли с каждой стороны, то есть это 48 петель. Распределяла их в импровизированную резинку 3 на 1. Далее просто скрещивала одну резинку, да, это простая коса, переплетение. Часть уводила на пятку, клин подъема, все как всегда, а здесь продолжала резинкой 3 на 1 вязание. И закрыла потом иглой. Все. Вот и весь сказ про эти носки. Здесь у меня тоже резинка 3 на 1. Здесь продолжение резинки 3 на 1 идет. Вот таким образом. И все. Вот и весь сказ про носки. Мастер-классов полно. Поэтому это просто факт того, что я их довязала. Дальше. Кто следит за мной в Инстаграм, тот видел, что у меня были начаты гетры. Но на самом деле это у меня пробник. Потому что, как оказалось, с пряжей тоже нужно было подружиться, несмотря на то, что я вяжу из различного рода пряж очень давно. Но, тем не менее, опыт мой, ну, как бы подсказывал мне, наверное, где-то в глубине души, что что-то идет не так. Но мне не захотелось распускать после того, как я уже связала половину. Да, это гетры, которые я уже мучаю, ну, не соврать бы мне точно. Ну, наверное, неделю-то точно. Я то распускаю, то начинаю снова. Узор просто стянул полотно, поэтому, а сам узор мне очень нравится. На взрослого человека, естественно, это гетры маленькие, поэтому я решила, что это будут гетры на школьницу, да, первого класса. Попробую ей предложить, что она скажет. Их тоже нужно постирать еще, конечно же. Я думаю, что все станет намного лучше, чем сейчас выглядит. Вот. И это пробник. То есть это у меня образец. Буду вязать еще одни, начинать вязать еще одни гетры, точно такие же, но только на полноценный взрослый размер. Что меня смущало, потому что я вяжу не для себя эти гетры, естественно, да, мне нужно было как-то сориентироваться в размере, и я немножко прогадала, но ничего страшного, подарю. Здесь вообще нет никакой проблемы. Узор этот есть у меня в Инстаграм, поэтому проходите, смотрите, ищите. У меня есть мастер-класс на этот узор и у меня здесь на Ютубе в плейлисте по урокам вязания. Вы легко сможете его найти. Этот незамысловатый мастер-класс. Так, в прошлом видео я говорила о том, что у меня теперь есть моталка. Я вам ее презентую. Вот она такая, самая обыкновенная, которая идет с более желтым покрытием, да, более желтого цвета. Есть там два вида моталок, это попроще. Читала очень много отзывов, положительных отзывов больше на более большую моталку, но эта моталка мне тоже очень-очень нравится. Она простая в своем исполнении, и я могу сказать, что я не профессиональная мотальщица. И на самом деле мотаю не так часто, наверное. Если только очень тонкая пряжа, но даже очень тонкую пряжу в последнее время я просто вяжу методом петля в петлю в три сложения на маленьких тоненьких спицах. Вот. И это все, что у меня готово на сегодняшний день. Из готовых работ это все. И теперь мы с вами немножко поговорим о моих планах. Так, а из планов у меня, ну вот я намотала здесь уже, да, так хранить лучше. Слышала я где-то на просторах интернета, по-моему, в Инстаграм, девушка, которая продает пряжу, ну, женщина уже, да, она вещала о том, что пряжу необходимо все-таки сматывать в мотки, а не держать их на бобине. Ну, не знаю, согласиться с этим или нет, но она утверждает, что именно в таких вот мотках и в перемотанном виде пряжа хранится лучше, дышит лучше, да. И в пакете ее, естественно, хранить тоже нельзя, нежелательно. Вот. Ну, тут, наверное, можно поспорить, конечно, но суть в том, что вот остатки,
когда на бобине остается немного пряжи, бобина сама занимает, ну, достаточно большое количество места, да, нежели вот такие красивые моточки, их можно куда-то поставить. Но на самом деле я уже говорила на своем канале о том, что из таких мотков мне вязать не совсем удобно. Но хотя, с другой стороны, она также импровизирует ту же самую бобину, если, например, вязать, да, с верхней части мотка, а не с нижней. Ну, тут на вкус и цвет. А на самом деле можно привыкнуть вообще ко всему. Но могу сказать лишь то, что вот из таких клубочков теперь мне вязать не так удобно. Мне всегда нужна какая-то корзинка, где бы этот клубочек крутился. Или он у меня просто будет крутиться по всему полу. Вот. Ну, суть в другом. Суть в том, что я, конечно же, буду вязать и из остатков пряжи в том числе. Я хочу начать носки вязать из одной из вот этой пряжи. Хотя они мне шли как одинаковые, но вы видите даже на камеру, да, что цвет отличается. Это будут носки. Я хочу жаккард. Причем жаккард я хочу вот так. Вот так это будет. Это будут носки. Это будет процесс номер один. Не знаю, что из всего этого я начну в самом начале. Это продолжение гетровой истории. Это будут гетры. Я так предполагаю, что все-таки у меня в этот раз получится. Мне надо, кстати говоря, измерить, сколько весят у меня эти гетры. И узнать вес этой оставшейся этого бублика. Вот. И посмотреть, сколько, где и что. Следующее, из чего мне очень хочется повязать, это пряжа. Я о ней уже говорила у себя на канале, связала даже образец. Вот, это пряжа Газал, перо Альпака, 50 грамм, 120 метров. Процвет, наверное, вот этот, да, 2303. Он такой интересный, красивый и прям вот такой верблюжий цвет, очень даже. Ну, у меня из такого цвета на самом деле ничего нет, но в последнее время мой глаз падает на такого рода цвета, на кэмел, на вот всю вот эту палитру, да, спокойных коричнево, рыжевато, бежевых оттенков. Поэтому мне очень хочется повязать из этой пряжи, ну, в первую очередь из-за цвета, а потом уже, наверное, составить полное какое-то представление о ней. Связанный образец выглядит вот так. Он пушистый, здесь есть такие длинные, длинный ворс такой есть, видите, волосинки длинные есть, вот. И что хочу сказать? Хочу сказать, что это будет кардиган. Я сначала все-таки думала, что я буду вязать по описанию, но на самом деле в моей голове, конечно же, родилась совсем другая идея после того, как я связала тот свой интересный кардиган. Если вы не видели, посмотрите, в предыдущих роликах я показываю укороченный кардиган с интересными рукавами. А здесь у меня будет связано скорее сверху вниз, скорее всего. И в технике, в которой я еще кардиганы не вязала. Хочу попробовать и, естественно, вам все расскажу. Это будет тоже такой укороченный кардиган-бомбер, потому что, как я заметила, этой осенью вот эти кардиганы укороченные, это самое то, самый самолет, потому что свой красный твидовый кардиган я прям носила очень-очень часто. Но он у меня один, вернее, их было два, один я подарила, а вот один у меня остался, и я все его и тягала. Вот, и это будет процесс номер два или три. Ну да, если носки гетры, значит третий и четвертый процесс, который я хочу начать. В Инстаграм у себя я транслировала в сторис количество моей пряжи, ну, фотографии, да. Заглянула, все вытащила, перетрясла, но я частенько так делаю, где-то раз, наверное, в два месяца точно. В первую очередь просто, чтобы проверить пряжу, все ли с ней в порядке. Она все-таки лежит в шкафу, да, в замкнутом пространстве. А во-вторых, для того, чтобы просто вдохновиться, так как у меня сейчас на спицах абсолютно нет крупного плечевого изделия, и я, естественно, ищу какие-то идеи, да. И увидев эту пряжу, именно на фотографии, не просто пощупав, да, переложив ее с места на место, я вот так вот вдохновилась фотографией, когда это все в большом количестве. Моточки замечательные. Это Лала Берлин, Лана Гросса, 50 грамм, 130 метров. Вот характеристики. Я так понимаю, это цвет 101. И он такой тоже твидовый, да, с какими-то интересными такими крапушками, прям вплетенными. Не знаю. Ну, в целом, пряжа смотрится интересно. И знаете, что я из нее хочу, вы не поверите. Я хочу из нее платье. Ну, то есть не такое платье, что там платье-футляр, а именно с какими-то леггинсами, чтобы можно было носить такой, знаете, свитер-платье. Вот.
Был у меня на канале опыт вязания свитера мешок, но я там вязала из ализе, очень колючей пряжи и цвета такого, знаете, сильно бирюзового, что ли. И этот цвет, как оказалось, мне не идет просто. А здесь, мне кажется, он такой нейтральный цвет. Эту пряжу мне дарили, между прочим, и эту пряжу мне тоже дарили. То есть я уже вяжу из подарков. Да-да, буду вязать, наслаждаться. Вот. Такие у меня планы. А что из этого всего получится и что же я начну вязать в самое ближайшее время, вы узнаете совсем скоро. И снова здравствуйте. У меня сегодня понедельник. И я хочу с вами поделиться результатами, такими промежуточными результатами моей работы. Ну как работы? Моего вязания, моего хобби. И давайте я сейчас вам как раз таки покажу, над чем же я тут трудилась. Так. Ага. Вначале я вам показывала эту пряжу, да? Эту пряжу мне дарили, по-моему, я об этом тоже рассказывала. И вот на какой стадии у меня сейчас находится процесс. Это вот то самое плечо, на которой у меня есть мастер-класс на канале по вывязыванию этого скоса плеча. Изделие вяжется сверху вниз, как вы можете заметить, да, здесь резинка, полая резинка. И, ну, собственно говоря, теперь мне нужно определиться, когда я буду отсоединять уже на полочке, да, на спинку, и потом уже опять снова буду соединяться. Вот, и нужно просто определиться с размером этого самого скоса. Здесь я уже перевязывала, у меня ушло сюда практически один моток. Это моток, из которого я вязала образец. Образец у меня где-то лежит. Вот, и я здесь подсоединила, начала еще один моточек. На самом деле, вы знаете, цвет, ну, можно сказать, такой спорный. Но мне очень хотелось что-нибудь такого. У меня в гардеробе такого цвета нет. По пряже, что хочу сказать, пока я вяжу, я, естественно, прикладываю, да, к себе, на себя. Ну, тут леска, конечно, очень короткая. Давайте попробуем. Так, как-то так это происходит, да, я, естественно, удлиняю на длинной леске, рассматриваю, смотрю, где у меня должно быть плечо. И хочу сказать, что пряжа, по крайней мере, до ВТО, вот сейчас, да, примерять на шею, она колючая. То есть тут в составе есть и альпака, и она колючая. И хорошо, что я начала именно такое плечевое изделие. То есть это будет такой бомбер-кардиган, скорее всего. Посмотрим, насколько мне хватит пряжи. Как вы можете заметить, здесь я вывязывала и углубление немножко в 3 разворота с каждой стороны, да, на спину, для того, чтобы это все не стояло колом сзади. Вот. И пока на сегодняшний день мне все нравится. Посмотрим, что из этого будет. Здесь мне нужно просто сесть и начать вязать по прямой. Дальше у меня есть, конечно, задумка небольшая, да, такое что-то, ну, как вы знаете, я не любитель вязать просто, да, вот чтобы было все безумно просто, мне хочется немножко всегда усложнить изделие чем-нибудь, но я стараюсь не перегружать это изделие, попробую здесь тоже не перегрузить, но добавить определенную изюминку. Обо всем об этом, конечно же, вы узнаете, но немножко попозже, когда я уже дойду до какой-то такой более-менее интересной стадии. Дальше, что я вязала еще? Еще, я даже не поняла как, но я вчера начала вязать и связала еще одну гетру, можно так сказать. Так, здесь, значит, я, может быть, буду переделывать закрытие, я просто экспериментировала, смотрела, здесь у меня обычный наборный край, и я закрыла самым обычным способом сначала, но как-то мне показалось, что хочется мне чего-то иного, ну, чтобы, по крайней мере, знаете, низ изделия отличался от верха изделия, для того, чтобы понимать, с какой стороны надевать. Вот, и здесь я сделала такое зубчатое какое-то закрытие, эластичное очень закрытие, то есть при помощи накидов, но необычным способом. То есть здесь у меня закрытие при помощи накида на изнаночную лицевую петлю, когда мы делаем накид разными методами. То есть за переднюю, за заднюю стеночку. Вот. И такое у меня получилось сейчас. Я потом посмотрю, попримеряю. Может быть, конечно, еще и переделаю. Но не знаю. Буду думать. И это гетра не мне, а как раз-таки моей хорошей знакомой, которая меня попросила связать эти гетры. Как вы помните, я уже связала одни, я вам показывала в начале, да, и теперь хочу просто показать разницу. Это бобинная пряжа, я не помню, говорила или нет, бобинная пряжа, 100% шерсть, 420 метров на 100 грамм, вяжу в 2 нити. И шерсти, конечно, нужно пространство, да, для того, чтобы
дышать в полотне. Вот это полотно намного лучше, чем вот это полотно. То есть, что изменилось? Я набрала чуть больше петель, добавила раппорт, один раппорт узора и поменяла номер спиц. То есть, я взяла на пол размера больше и на манжеты, и на само это полотно взяла чуть побольше спицы. И вот это полотно мне нравится намного больше, оно более такое, знаете, рыхлое и на самом деле очень хороша пряжа именно на этом номере спиц. Поэтому я еще подумаю, что делать с этими гетрами. На самом деле они тоже неплохие, но все-таки мне бы хотелось несколько иного эффекта, наверное, что ли. Посмотрим. Я вам потом расскажу историю, судьбу этого изделия. Я, конечно, еще ничего не стирала. Хочу довязать вот эти гетры. Вот у меня начало. И, собственно, все, что у меня осталось от пряжи, вяжу сразу с двух концов. Знаете, именно вот в этой пряже она картная, и она получается такая шершавая, да, держащая форму до стирки в особенности. Поэтому вот этот моточек меня совсем не напрягает вязать, и изнутри мотка, и снаружи мотка меня не напрягает. Нити не путаются, они вот как идут между собой, знаете, вот так вот ровненько-ровненько, и сцепляются между собой. То есть даже если я уроню эту нить, да, она вот как есть, она вот уже сцепилась сама с собой, поэтому вязать удобно. Если бы это была скользкая пряжа, из такого моточка, конечно, вязать было бы, ну, из хлопка, например, мне кажется, было бы неудобно вязать. А вот из 100% шерсти очень даже хорошо. Вот. Это два таких продвижения. Остальное я ничего еще не затрагивала. Но надо сказать, что этот кардиган я перевязывала. На самом деле я там ошибалась. Именно вывязывание вот этой полоски, да, неправильно распределяла петли. Я показываю, как это делать, но, видимо, где-то задумавшись, я решила, что нужно сделать иначе. И у меня, собственно говоря, была ошибка, и я большую часть распустила и связала заново. То есть так-то бы было бы намного больше, конечно, провязано. Но этой ошибки в этот раз я себе в этой пряже простить не смогла, поэтому переделала. Вот. Ну и на сегодня у меня все пока. Я думаю, что я еще раз подключусь чуть позже, через день-два, и покажу вам свои продвижения, да, в своем рукодельном уголке. Ну, в своей рукодельной жизни. Вот. Так, сегодня у меня среда, завтра мне будет не до съемок, поэтому я хочу подвести итоги этого небольшого нашего влога. Думаю, вам будет интересно посмотреть на мои продвижения, пусть даже небольшие. Итак, я довязала гетры. Все, они у меня готовы, нужного размера, хорошо все, да, по плотности прям хорошенькие. Мне все очень нравится. Осталось только постирать. Этим я займусь, пожалуй, сегодня. У меня есть что постирать. Ну, то есть я всегда стараюсь, да, какие-то моменты накопить, чтобы все вместе пустить на стирку, если особенно это все более-менее в одной цветовой палитре. Так, гетры готовы. Номер 2. Гетры номер 2 имеется в виду. Так, дальше. Дальше давайте я сразу тоже покажу аксессуар, который я начала. Аксессуар, ох, как красиво звучит по отношению к носкам. Вот такие носочки у меня получаются. Здесь я сочетала два вида пряжи. Это бобинная, да, помните, распущенная моя мною. И теперь вот я применяю уже самые-самые остатки. Ну, вязала и кардиган из этой пряжи в рукава. Очень-очень мне нравится эта нить на самом деле. Я бы, конечно, еще прикупила и мужу свитер вязала. Это 80 меринос, 20 па, по-моему, была смесовка. Очень-очень такая приличная. Так, что? Два вида пряжи сочетаю, потому что думала, что мне авось не хватит этого моточка, потому что тут осталось чуть меньше половины мотка. Вот, пряжа Мираж, да, мериносовая шерсть, 50-50 акрил, пряжа из Троицка. Вот такая вот у меня пряжица, я о ней уже говорила и вязала уже носки. И вот очередные носочки. Мне здесь осталось связать мысок, я сейчас уже буду переходить на вязание мыска. Носить я их предполагаю вот так, потому что так мне больше нравится, я примеряла. Такие незамысловатые носки, единственным украшением является вот этот якобы, да, удлиненный, как она называется-то,
клин подъема. То есть я сначала вывязала клин подъема, а потом перехожу уже дальше, скрещивая одну петлю, да, переводя как вот в косах по одной петле и вывожу узор. Ну вот как-то мне так захотелось. Я всегда так вяжу носки, на самом деле. Не вязала никогда по описаниям, просто по наитию начинаю одно, а к чему это все приведет, обычно показывает только время и моя фантазия. Вот такой носок у меня вяжется, и думаю, что с этими носками я быстренько справлюсь. Тут буквально осталось закрыть этот носочек и, собственно, связать второй. Второй, конечно, вязать не так интересно, как первый, потому что, ну, в первом-то случае я же все придумываю, а во втором просто повторяю. Повторение – это не столь интересно. Так, ну и давайте попробуем достать вот это чудо-юдо. Там у меня лежит сразу три мотка, то есть я сразу вяжу две полочки и спинку. Показывать будет практически невозможно, поэтому я покажу, наверное, вам вот так. Расскажу просто стадию вязания и некоторые особенности. Так, значит, что здесь? Как я сказала, вяжу сразу все вместе, да, все три полотна. Дошла до момента, когда мы отсоединяемся на полочку и на спинку. Эту самую волшебную петлю я в последнее время делаю вот так, оставляю на маркере, ну да, на булавочке. А потом, когда буду собирать рукава, я эту петлю просто присоединю к самому рукаву. Ну вот так. Потому что если отнести ее либо к переду, либо к спинке, то получается эта петля как будто бы стягивает в одну сторону. Мне не очень нравится. Поэтому решила оставить. Далее. Далее теперь я делаю просто прибавки по переду, да, в каждом третьем ряду. Но помимо этого, вот это полотно, которое у меня идет двойное, да, оно очень стягивается, естественно. И поэтому я практически в каждом, наверное, четвертом ряду делаю укороченные ряды по этой планке. То есть она у меня такая, требует прям вот внимания от меня. И жду не дождусь, когда же я эту планку уже довяжу. То есть когда у меня совпадет, да, количество петель одной полочки плюс второй полочки и количество петель спинки. Мне еще нужно сделать, по-моему, 6 или 8 прибавок, не помню, надо будет еще раз пересчитать, но пока до этого далеко, вот сейчас сделаю пару прибавок еще и потом посчитаю. В общем и целом вяжу, получается, разделение рукава, наверное, до середины я уже дошла, вот такое полотно получается. Мне на самом деле, вы знаете, в процессе, удивительно, но в процессе работы эта ниточка очень нравится. Наверное, за счет скрутки все-таки, за счет практически отсутствия этой скрутки, я в последнее время, как вы знаете, вяжу из бобинной пряжи, которую сама вот таким же образом соединяю, да, там 2, 3, 4 ниточки и вяжу. И там тоже, ну, естественно, да, нет скрутки, и здесь тоже она вот такая. То есть бывает, что расслаивается, но не часто. Все-таки здесь она хоть слегка, но подкрученная, эта пряжа. Но мне очень нравится. Она очень гладко идет по спице, шелковистая такая немножко, но, как я говорила, на деле она колючая. Ну, посмотрим. У меня был случай, что я верещала всю дорогу, как говорится, да, о том, что пряжа колючая, что я не хочу из нее вязать, а потом по итогу постирала, и получилось, что очень мягкое, нежное полотно. Такое тоже бывает. Ну, и опять же, это будет кардиган. Ничего страшного в том, что он будет слегка покалывать. Вот. Я немножко совсем вышивала там буквально одну игрушку на елке, да, елочную игрушку. Поэтому показывать в этом ролике я вышивку не буду. Ну, смысла не вижу. В следующем видеоролике обязательно покажу мои продвижения по вышивке, в том числе. Надеюсь, к тому времени довяжу носки, а также вывяжу хотя бы к подрезам вот это изделие. Говорила вначале о том, что я буду начинать еще платье, но на самом деле, вы знаете, я немножко обдумываю. Мне не хочется. Пряжа такая там самодостаточная. Сейчас я вернусь к вам с пряжей. Ну вот она, да. Пряжа такая достаточно самодостаточная. Вот в ней уже все есть. И вроде бы как бери и вяжи лицевую гладь, да, там на спицах 5, 5,5, 6, может быть, даже образец нужно связать еще, сориентироваться с плотностью. Но мне хочется по переду пустить косы. А раны нет, потому что это будет слишком перегружено. А вот
косы, да. Поэтому я хочу найти самые такие, знаете, более-менее примитивные сочетания кос, да, чтобы была широкая, узкая, совсем узкая. И вот это вот распределить, понять, увидеть в своей голове, может быть, самой нарисовать даже, и начать вязать. Еще думаю, сверху начать вязать или снизу. Мне бы хотелось, наверное, сверху. Я люблю вязать сверху вниз. Но опять же, вот с техникой определиться. То есть я эту пряжу не убираю, эта мысль во мне живет. Но я думаю, что я из нее начну вязать, когда вот в этом изделии я уже выйду ниже подрезов, примерю его, пойму, что все в порядке. И уже тогда можно будет смело начинать и вязать из этой пряжи в том числе. Вот. Поэтому у меня на сегодня как-то, ну вот какие-то такие продвижения. Я надеюсь, конечно же, что вам со мной было интересно. И, кстати, я вчера выпускала видеоролик о том, что у меня новый телефон, да, и там не работает петличка. И просила вас откликнуться. Вы знаете, я вам очень благодарна. Я даже не знала, что у меня столько активных зрителей. Ну, то есть обычно я получаю там несколько комментариев, да, там 10-20. Я каждый комментарий, между прочим, читаю, неважно, какого он содержания. Стараюсь ничего не удалять, если там нет оскорбительной какой-то лексики. Вот, и всегда читаю с благодарностью ваши комментарии. А тут столько комментариев получила. Мне кажется, я столько давненько не получала под своими видеороликами. Поэтому вам огромное спасибо за обратную связь. Теперь я знаю, что вы у меня есть. Ну, почему-то пишете мало. Но, видимо, нечего написать. Бывает и так. Вот. Поэтому, если вам есть что сказать, вы обязательно оставляйте комментарии. Я буду очень рада. Все. На сегодня у меня все. Я пойду творить. Сначала прибираться, а потом творить. И увидимся с вами в новых видеороликах. Всем пока-пока!